Я не знаю, что вам говорить. Через 3 минуты самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Сегодня решится все. Или ломаемся. Отдаем момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим. И пусть тогда о нас... Все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. Так что бомбоубежище, вон двери какие, караул. Короче, если ядерная война, будем здесь это, в теннис играть. Бомба. Зал бомба. Смотрите, какая влага здесь. Пол скользкий. Thank you.
После бомбы и Германии все остались. Друг мой. Вообще нет. Ну дай бог, когда попал. Всем сообщим приходить в бомбу, играть в теннис настольный. Так что в бомбоубежище, вон двери какие, караул. Короче, если ядерная война, будем здесь в теннис играть. Все, спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое за гостеприимство. Спасибо, ребятам всем привет. Пора обязательно вас передам. Хорошо, а мы сейчас сфотографируем. Да, 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 мы постараемся. А, знаете. Лёха, скажи свои ощущения. Сауна. Так, а там, как это, собрали. Как кто быстрее собрал.